Работает, конечно, декрет – самая тяжелая работа. Ой, здесь есть. А, подожди, нам сюда, на этом этаже. Да? Да. Декрет, да. Твой бывший как-то помогает дочке Милане. Честно, вот я... Я могу тебе сказать все в лицо, ты просто шикарно. Спасибо, Вова. Спасибо. Что он может сказать? Ну, там есть. Интересно, да. Очень интересно. Вова парень такой романтичный. Стихи мне писал. Ты слышала, что сказала Ефременкова? Это ее мнение. Это ее мнение, поэтому... Каждый считает так, как он хочет. У каждого есть свое мнение. Мне все равно. Я рада, что у меня есть... Милана, и я считаю, никого особо не должно волновать, как, что, зачем, почему. Самое главное, что я рядом, я ее люблю, она меня, я счастлива, и все. Ира, когда брейки ты будешь ставить? Скоро, но не совсем скоро, потому что я записываюсь в клинику. Ну, к стоматологу там на один прием. И следующий прием бывает там через 2 недели. Все вот, в общем, по времени мне не совсем получается иногда. И поэтому это все очень долго. Пожалуйста, хватит вопросов про бывших. Я ответила на этот вопрос, мне кажется, когда приходила даже в эфир. Да куча раз я отвечала. Мы не общаемся вообще никак. И забудьте, пожалуйста, никак не относится к нам. Здравствуйте, мы пришли. Так, это наполнение. Так, это ваши сети. Сейчас вы офигеете. Так, вот так, да, сила. Все, спасибо. Ага, спасибо. Давайте откроем. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго и вам. А я не знаю, куда, в какую сторону. Давай так лучше, потому что там нас могут не пропустить, а лучше выйти с той стороны. Это пипец. Просто. Так. С кем ты гуляешь? Я с сестрой со своей. Туманский и Чайков, оба из одной лодки. Паша написала, что когда она уедет к себе домой, то одни эти оба будут вместе жить. То есть Чайков переедет к Туманскому после уезда Паршиной. Это неудивительно. Пусть живет где хочет. А что Иру осуждать? Сама воспитывает ребенка, содержит, не бросила ребенка. Конечно, как я могу ее бросить, моя бусинка. А Милана с кем дома? Милана с мамой. Мы на пару часов отлучились. Я взяла с собой сестру, чтобы вот это вот все выбрать к конкурсу. Поэтому вы все видите, как я с душой выбирала. Завтра еще буду выбирать. Я еще думаю над большим подарком, каким-то прям крупным-крупным. В общем, несколько вариантов есть. Еще я рассматриваю такой вариант, как Fion Dyson. Но сейчас посмотрим. Несколько вариантов, короче, есть. Почему назвала именно Милана? Ну, мне нравится. Хорошее имя. Блин, ребят, давайте, пожалуйста, не про бывшего и не про его друзей, которые его защищают, защищали и так далее. Кто там против меня что-то говорит? Мне их жизнь не интересна. Это
Они говорят, поэтому к ним вопросы. Я как живу, жила, так и живу. Что ты сделала с подарком на ЧГ? Отложила в долгий ящик. Вы еще видели, сколько имущество стоит в Москве? Отложила, конечно. Все у тебя будет хорошо, ты супер девочка. Спасибо. Удобно с нарощенными ресницами, да?